А вот на ремонт городских коммунальных сетей, очевидно, придется потратить куда большие деньги. И еще уложиться в сроки, ведь сезон ремонтных работ уже стартовал, и с 13 мая тверичанам начнут отключать горячую воду. Первыми станут жители Заволжского района Твери. Отключение связано с ремонтом теплосетей, а также гидравлическими испытаниями после работ. Всего с мая по сентябрь отключения коснутся 2500 жилых домов и 278 социальных объектов. В разных районах города отключать воду будут поэтапно до 2 сентября. Посмотреть подробный график отключений можно на сайте ресурсоснабжающей организации «Тверская генерация».